Настроение праздничное, но, не знаю, там игрушки, гирлянды, все дела. Стол, если найдется найти колу, то можно ее поставить. Так, конечно, с добрым колом, там салат Цезарь, зимний салат, кому нравится, и так далее. Какие подарки друзьям готовите? Ну, в основном всякие игры компьютерные. Ну, купила подарки своим родственникам. Елку елочными игрушками разными красивыми, гирлянды, которые разными цветами светятся, с тетей. Дом в кругу семьи. Ходим, собираем, покупаем подарки близким, родным, друзьям. Скупаю красную рыбу. Все остальное делают мои друзья. Вообще я никак не готовлюсь. Я просто пытаюсь выжить, потому что у меня сессия. Какие подарки готовите друзьям, родственникам? Что вообще? Каждому свое. Я большинству люблю что-нибудь из глины. С Алиэкспресса там заказываю игрушки, то, что им нравится. А я уже подарила родителям кружки такие в виде сердечка. Мы готовимся, дарим друг другу подарки, готовим елочку, украшаем всячески дом, квартиру, чтобы у нас у каждого появилось новогоднее настроение, радость и счастье. На столе вот с этим мы еще пока не определились. Хотим что-то в стиле Нового года. Это будет вроде год зайца. Мы хотим что-то связанное с этим. То есть, чтобы было как-то по тематике подходящее. Елку поставим сюда. Игрушки покупали, вот недавно гнома еще купили. Такого прикольного. Так и готовимся. Гирлянды вешаем. Что на столе в Новый год у вас будет? Это классика, салаты, нарезки. Кому-то лимонады, кому-то что-нибудь покрепче. Настроение создаем себе, дом украшаем. Поставили. Елку поставили, огни повесили. Да. Меню планируем новогоднее. То, что будет любить заяц. Будем ему угождать, чтобы он как-то был к нам благосклонен в следующем году. Детям игрушки. Дед Мороз никто не отменял. Так что будем ждать в гости его с подарками. Ну я же такая стеснительная, что вы так сразу. Давайте по лапульке. Хоп. Хоп. С наступающим. Сначала мы собираемся всем табуном, бегаем вокруг елочки, поздравляем всех детишек с Новым годом, желаем счастья, здоровья, долгих лет процветания и жизни. А меня пока что телевизор.